Я не вижу борьбы с нелегальной миграцией. Я не вижу ни применения в действии закону статьи Уголовного кодекса о наказании за рабовладение. Я не вижу введения визового режима. Я не вижу многих других необходимых мер, хотя бы ужесточение борьбы с наркоманией. Но я вижу популистские действия, популистские заявления, которые создают напряженность, которые создают панику, но которые не способны решать проблему. Вместе с тем, лучше популистские действия, чем никаких действий. Мигрант, который знает, что его могут отправить в лагерь, а потом выслать, он является меньшей угрозой для окружающих, чем мигрант, который искренне верит в то, что он хозяин Москвы.